Перенаселение планеты. Миф или реальность? В последние годы все чаще можно услышать о так называемой проблеме перенаселения Земли. Однако большинство передовых честных ученых сходятся во мнении, что это утверждение не более чем миф. По факту наша планета способна выдержать 25 миллиардов людей, и это подтверждают расчеты прогрессивных ученых мира. Более того, современные технологии, разработанные на основе исконной физики АллатРа, позволяют получать, по сути, бесплатную энергию из неисчерпаемого источника, а следовательно, бесплатно обеспечить всех людей на Земле продовольствием, питьевой водой и необходимыми условиями для жизни. Чтобы развеять миф о перенаселении планеты, давайте посмотрим на карты плотности населения. В областях, отмеченных желтым цветом, проживают столько же людей, сколько проживают на остальной части суши. Если мы посмотрим более подробно, то распределение по странам выглядит следующим образом. Индия, Бангладеш, Китай, Индонезия, остров Ява, Япония, Европа. Также есть и другой способ отображения народонаселения планеты. В области, отмеченной красным цветом, живет 5% людей, и ровно столько же обитает на территориях, отмеченных синим. В 17 точках, отмеченных красным цветом, проживают 5% населения Земли. Ровно столько же, сколько обитает на всей территории, отмеченной синим цветом. Синий цвет покрывает 72% суши, красный – всего 0,1%. А теперь давайте рассмотрим подробнее плотность народонаселения по странам и континентам. Площадь Канады – вторая по величине после площади России. Но половина канадцев проживает южнее 49-й параллели, обозначенной на карте синей линией. Половина жителей Италии проживает всего на 8% площади страны. Основная причина в том, что в центральной части Апеннинского полуострова расположены горы. Наверное, наиболее необычной страной и континентом по распределению плотности населения является Австралия. 50%, а это 11,5 миллионов человек, проживает в крошечных точках, обозначенных на карте красным цветом, по сравнению с остальной частью материка. 50% жителей США проживают в крупных городах, которые распределены по территории всей страны и отмечены красным цветом. А остальные 50% занимают оставшуюся территорию. Штат Калифорния – самый густонаселенный штат страны. С большим количеством примеров распределения населения в мире вы сможете ознакомиться на сайте geocenter.info. Как мы видим, теория о перенаселении планеты – миф и средство для нагнетания страха и манипуляции над населением планеты. Кому это выгодно и кто тратит колоссальные средства на пиар мифа о перенаселении, читайте в книге Анастасии Новых «Сенсей. Исконный Шамбалы», часть 4. Наша планета способна вместить 25 миллиардов человек только при условии преобладания культурно-нравственных, общечеловеческих ценностей во взаимоотношениях людей. Объединение людей – залог выживания человечества. Как говорится в докладе ученых АллатРа Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Все люди доброй воли способны принять активное участие в изменении нынешней ситуации. Изменение идеологии мирового общества с потребительского формата мышления на духовно-созидательный формат, на утверждение в обществе приоритетов взаимопомощи, дружбы, духовно-нравственных взаимоотношений между людьми не на словах, а на деле.